На стадионе Philips. Домашняя арена клуба PSV Eindhoven. Так как сейчас матча нет, то попасть на стадион можно на трибуны только с туром экскурсионным. К сожалению, на тур я не попал, но в чем прелесть этого стадиона? Здесь по углам расположены специальные зоны. В одной из этих зон, в которой я нахожусь, находится кафе, которое вход снаружи стадиона. Вот, у него есть внутреннее помещение, но есть выход и на трибуны. Такой вот уголок. Здесь мягкие сиденья расположены. В отличие от пластиковых на основных частях. Наверное, во время матча здесь особая резервация по особым ценам. Вообще, все углы заняты какими-то клубными ложами, я смотрю, ну, как минимум три угла. Вот. На поле включился только что полив автоматический травы. Стадион футбольный, чисто, без беговых дорожек. Интересно выполнены трибуны. Вот трибуны, которые угловые, они не стационарные, а вот там просвет, и через них видно небо. Вот на дальней трибуне, которая сейчас видна угловая, там просто просвет, нет кресел. А вот трибуна ближайшая, там видны прикрепленные кресла. То есть ты сидишь, и тебя поддув прямо идет сзади и снизу. Не знаю, как там во время матча.